Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы приехали в Кировский район Казани, чтобы рассказать об очередном татарстанском производителе. И на сегодня это Бишек, производство кровати и постельных принадлежностей. Находятся они по адресу Набережная 11, и прямо сейчас мы погружаемся в их производство. Выпуск начнется необычно, потому что сначала мы познакомимся с продукцией и с основателем бренда «Бишек». Это Ленар Ибрагимов. Прошу любить и жаловать. Ленар, расскажите, как вам пришла идея создания этого бренда? С чего все началось? Я решил изготовить детскую кроватку для своего ребенка. То есть сначала смотрел, выбирал. Подходящих вариантов не было, потому что мне не понравилось качество. Я хотел сделать так, чтобы она была качественная, чтобы можно было ее разобрать, собрать сколько угодно. Сначала я сам изготовил, потом увидели друзья, знакомые, потом начали просить, то есть, Ленар, давай дальше. И я уже запустил вот именно вот это производство всего, то есть начиналось с одной кровати, на сегодняшний день появились стульчики. Стульчики у нас в 5 вариациях. Я хочу сказать, что в дальнейшем еще у нас и шкафы будут, и полки будут, и кухни будут. Но расширяемся. Мебельное производство «Бишек» – это 3 цеха, где происходят непрерывные процессы создания кроватей и постельных принадлежностей. Концепция производства такая, что каждый покупатель может его посетить, чтобы убедиться, что все товары изготавливаются по высоким стандартам качества. За нашей спиной у нас стоит ЧПУ-станок, который полностью автоматизированный. Он у нас делает все присадки, он у нас изготавливает любые модели. А для этого у нас наши технологии, которые рисуют и уже дают задачу именно к этому ЧПУ-станку. То есть индивидуальные параметры может работать, не подстандартные какие-то. Да, у нас именно в чем у нас плюс, мы изготавливаем любой стандартный и нестандартный размеры благодаря нашему станку. В распилочном цехе мы видим, что используется дерево либо экологичный МДФ, а в покрасочном – гипоаллергенные краски. Благодаря современному оборудованию удается выдержать максимально короткие сроки от заказа изделия до доставки его клиенту. Первоначально такая была кровать? Да, изначально кроватка была без мягких бортов, обычная, деревянная. А сейчас уже только у нас, то есть все новое, новые модели. Каждый день появляются, как бы, и мягкие уже есть. А раньше она была только одна, то есть с рейками полностью по краям. Деревянная кроватка была. Дорогие зрители, чтобы вы понимали, вот бизнес начинается с идеи, да, так говорят многие. И вот сначала появилась вот такая вот кровать одна, и затем это все масштабировалось до таких масштабов, что сейчас есть у вас уже двуспальные кровати. На сегодняшний день мы изготавливаем детские кровати, двухспальные кровати по индивидуальным размерам, матрасы, подушки, одеяло, то есть все у нас свое, конечно, можете прилечь даже. Слушайте, ну, такая приятная. Не скажу, что мягкая, прям жесткая, как надо. А матрас у нас двухсторонний. Если перевернем, другая сторона будет помягче. То есть средняя жесткость и мягкая. То есть поэтому кому как удобно. Мы сейчас делаем все для наших клиентов. Это для нас самое главное качество. И прям, чтобы понравилось нашим любимым клиентам. Отвечает за мое погружение сегодня Диляра Загидуллина, ведущая швея производства «Бишек». И мне сказали, что наша зона ответственности – это будут наволочки. Наволочки. Да, что мне нужно делать? Давайте я вам помогу. Берем крой наволочки 70 на 70. Стандартная наволочка. Берем 72, 72 – это у нас 144. Делайте отметку. Так, 144, да? Две отметки делаем. Угу. Еще одну повыше. Держите. Это перкаль. Угу. Киевский считается. Угу. Чуйский ситис идет он как бы по документам. Есть поплин, есть бязь. А так вы бы что рекомендовали вот в качестве постельного перкаль. Белья? Да? Да. Самое комфортное? Комфортное самое. Сколько вы изготавливаете постельного белья в день примерно? Ну так как я шью его одна, комплектов 12 в день. Ага, то есть это вы одна только комплект в 12 день, да? Да, потому что девочки делают подушки, матрасы, одеяло. Ага, а вы главное именно по постельным комплектам. И вообще здесь главное. Смотрите, такая наволочка. Ткань действительно очень приятная.
Ну что, оценивать мою работу? Что скажете? Четверку мы вам поставим. Четверку, да, все-таки? Ну, что, оставляем или нет? Или да? Это все в брак? Оставляем, да? Оставляем, все, ура, дорогие телезрители, я что-то сделала своими руками. И сейчас, возможно, в ассортименте Бишек будет что-то by Руфина Мукнина. Дорогие друзья, прямо сейчас мы проведем эксперимент. Ленар мне сказал, что их кроватку, кроватку Бишек, можно собрать за 10 минут. Так ли это? Мы проверим. Вот здесь у меня секундомер. Я прямо сейчас нажимаю старт и поехали. Пять минут 19 секунд. Вот за такой срок мы собрали вместе с Ленаром эту кровать. Это круто, Ленар! Это отлично, да, очень быстро собрали. А кто только-только приобрел, они могут собрать нашу детскую и любую нашу кроватку за 20 минут. 20 минут. Если вдруг вы решили приобрести себе кровать, вы знаете, где это нужно делать. Во-первых, здесь качественно, экологично, и еще и так просто в сборке, дорогие друзья. Поэтому контакты производства Бишек я оставляю здесь. А Ленар нам обещал еще небольшой подарок. По промокоду ТНВ всем покупателям от меня будет личный подарок. Это подушка. Ленар, спасибо вам огромное. Это было очень интересное, захватывающее погружение. Давайте 5. И пока-пока.